стоим на кровь, а потом клору. Девять утра. Всем привет. Что, мы сидим дальше дома. Лор нас не выписала, рекомендовала нам посидеть и воздержаться от садика. Да? А миндалины у нас красные заново. Вообще сказка какая-то, да? Чего ты сердишься? Я махнула посудкой. Не, а почему это облачко? Так что будем жить дома. В садик не будем пока ходить. Так, у нас тут карточки появились. А меня не будешь? Так, и мы вот начали заниматься, сделали несколько заданий. Они довольно простые, но очень интересные, как выяснилось. Вот, Викуська легла спать. И мы спокойненько сейчас продолжим заниматься. Хочу вам просто их показать. Это не Надежда Жукова, которая выпустила букварь, которая автор букваря. Такой зеленый цвет и фамилию Жукова используют для привлечения вашего внимания. Но, тем не менее, карточки хорошие. Даже вот тут нам понравилось. Чуть сложнее, нам было интересно. Да? Понравилось? Да. Она играет в палочку. Да. Ну что, мы с Викой тут так поспали, что пропустили звонок в домофон. Звонит ученица, а я не открываю. 5 часов дня, темно. И я подумала, что ночь. Хорошо, что у нас 26 этаж. Она очень долго поднималась на лифте. Я успела подготовить все. Сейчас уже вечер у нас. Дети придумали себе физическую активность. Только очень опасно, что тут кафель. Да, ты усложнил. Ты Вике только не мешай. Тоже. Вика не может быть. Аплодисменты. Ну, а я тут развлекаюсь понемногу. Аплодисменты. Ну, кто хлопает? А, ты хочешь микрофон? Решила вам напомнить, чем я мою посуду, чтобы не мочить хотя бы одну руку. Закончила свое существование благополучно одна губка, и я вставляю другую в наборе. Продаются по две. Найти их можно на Wildberries. Вот, стоит, кажется, 2 штуки, вроде 100 рублей или 200. Но мне месяца на 2-3 хватает. Так что нормальный расход, ничего страшного. Зато руки не пачкаешь. Все рады быстрому ужину. А вот здесь мы провели 2 часа. Наконец-то все рассортировали. Даже прибрали у Дани на столе. Он так обрадовался, что сразу же сел строить за чистый стол. Вот даже дошли до уборки в столе. Здесь была гора мелочей. Самые супер мелочи мы прибрали вот по таким маленьким колбочкам, коробочкам. Так, у Вики немножко прибрали. Ты все правильно поняла. Как ты говоришь? Вика, скажи еще раз. Уйдет. О, так точно. Так и будет протекать наша суббота. Сначала короткий урок, потом домой, потом 2 урока. И вернусь я, наверное, около часу. Окончательно вернусь около часа. У вас будет... Мультиков много, мультиков много, мультиков много. Чуть-чуть задержалась, потому что я покупала шарик. Моя мама-ученица родила ребеночка. Ее уже выписали из роддома. И уже ребеночек дома. Представляешь, Даня? Вот я в тот раз была, она была беременна. А сейчас она уже с Лялечкой. Поэтому я покупала шарик огромный-преогромный, вот такой в виде коляски голубой написано «Бой, мальчик».
Вот. Задержалась. И еще я купила продукты, потому как нам их никто не покупает. Так, папа наш перевел мне 2000. Я должна купить лекарства. И вот купила продукты. Вот это микроскопические совершенно. Видите, по сравнению с моими пальцами. Макарошки, наверное, для бульончика. Это мы тоже любим. Главное, что вот Дани карбонат, а то Дани у нас ничего не ест. Карбонат – это мясо без жира. Вот такое вот мясо без жира. А то было все с жиром, попадалось. И побалуемся мы сегодня наггетсами. Вот так вот. И побалуемся мы еще, наконец-то, виноградом хорошим, свежим. Все это я еле дотащила. И стоило это 829 рублей. Тыква – уникальный продукт, самый дешевый. Нижняя строчка – 45 рублей. Просто в духовку кладу, режу и специями, с солью, и готово. Ну что, а следующий урок у меня через 20 минут, то есть через 15 я отсюда вылечу. Вот такой вот режимчик у меня по субботам. Но утром меня устраивает. Пока я сижу на уроке, как раз действуют лекарства, и потом я выхожу с урока, и уже я более-менее адекватна. 1, 2, 3. У меня 3. У вас по 5. Так, тут у нас сегодня жареные... Как называются грибы, уже забыла? Шампиньоны. Шампиньоны, купленные по акции. К ним добавлена картошка была в мундире у нас. Морковка в мундире, лук, петрушка. И сейчас планирую туда вбить яйца, а потом посыпать сыром, чтобы получилось как будто запеканка, но без духовки. Вот такая у нас еда будет. Та-дам! Добавилось яйцо и сыр. Рык. Рычит, наверное, кто-то. Рык. Нет. Рык – это... В списке есть рык какой-то. Это так и зовут машинку. Твой зуб. Покажи, мы не рассказывали про твой зуб. У Даньки выпал зуб, да? И 100 рублей птолы получил. Одни папа дал, а другие фе принесла. Ну что, мы проспали полсубботы с 4 до 7 вечера. А, съели грибы жареные с картошкой. Сейчас Тёма еще заказал мороженое. Дети уже все разбросали. Им сказано, если они приберут, то сейчас получат мороженое. Вот, встречают курьера сейчас. Я делаю педикюр себе. Сказали спасибо. Закрыли дверь. Дверь закрыли. Точно закрыли? Да. Я даже не услышала, что вы закрыли. Ну, хорошо. Детям постригла ногти на руках, на ногах. В общем, выспались до 7 вечера. Чем заняться, непонятно. Сейчас 9:30. Круассана шоколадного по доставке с самоката им показалось мало. И ужина они вот еще мороженое хотят. Занимаюсь, вот проснулась, занимаюсь рекламой кенгурушек. Вот, девочки, смотрите видео. Смотрите мои кенгурушки, заказывайте, кому нравится. Доставка по Санкт-Петербургу 49 рублей на Авито. Надо перейти по ссылке под видео на сайт Авито и там мне написать. Хочу кенгурушку. Вот. А в другие города Почты России. Так что смотрите, заказывайте, какие вам нравятся. И я еще назаказывала платье. В черные купили сразу. Вы мне писали, что... не продавать черное. Я не хотела продавать черное. Их было 2, их купили в этот же день. Вот. И все остальные, кто мерил бежевые, все хотят черные, чтобы скрыть фигуру. Поэтому заказаны черные, жду еще. Вот так. Бывают у нас страны разные. Угу. А вот это тоже мотоцикл. Угу.
А это что? А это вот это большое. Это корабль детский центр с камерой. Вдруг его натянут обворовку. О боже, обворовку. А еще тут украшения. Гирлянда. А это что, почему так валяется? Потому что это вещи. Они сзади. И чтоб вовремя наводнения. А вот этот забыл, чтоб вовремя наводнения их не вынесло вот сюда. Обалдеть. А вон тот второй кубок, а там еще золотой где-то. О, а у кого-то, о, вот золотая каска. А вон тут еще огнетус эти и блестяшки разные. Покажи. И это только одним ключом можно открыть. Этот ключ... Это мы стол разобрали, теперь можно этот тут... Этот ключ... У них два стола теперь. У них давно два стола, Тёмочка. Чаще заходить этот надо. Этот ключ, ну не знаю, он, наверное, потерян. Время я ночь. Как приду. Уложить детей спать, если они выспались? А вон так им будет смешно. Так проходят наши занятия по азбуке Жуковой. Сейчас. Тебе трудно, да? Так, ну что, всем доброе утро. Сейчас воскресенье, да? Правильно я говорю? Данечке опять у нас 37,8. И мы пропускаем робототехнику, но мы позанимаемся английским. О, какая я бледная. И позанимались чтением. И сейчас мама, мы кушаем. Ты бледная, поган. Что мы кушаем? Шампиньоны с картошечкой и спагетти. Так, нет. Нет, подожди. Здесь то же самое, а у Дани только спагетти для тех, кто не любит шампиньоны. У нас был папа. Купил папа продукты, смотрю судорожно чек, да, вот он есть. Все для вас. В этот раз такой список был. А, вот это что, это игрушки добавились. Я думаю, что за цена такая? Вот, оказывается, что папа детям купил игрушечки. Потом покажете, да, после еды покажете. А все остальное по списку. Вот если бы не эти 500 рублей, то да, было бы нормально. А, ты сейчас покажешь. Ну вот, две довольно похожие игрушки. Подсолнух, а где? У меня подсолнух. Да, сорвала детям еду. Так, и Даня, Лор в пятницу у нас не выписала. Новое лекарство, вот такое. Дезринит. Почти 700 рублей, гомеопатия. Вот такое второе. Давай рядышком их возьмем. Вот такие папа выбрал в Дикси. Ну давай покажем-то, господи. Вот они чуть-чуть отличаются. Нам же нельзя, чтобы были разные совсем. Но чуть-чуть похожи. Да? Все довольны? Кушаем, сидим дома, прогуливаем стоматолога, прогуливаем робототехнику. Все прогуливаем. Ну что, у Вики тихий час. А нам дали новое задание. Даня пустил корни в кровать у меня, да, с мультиками? Пустил корни уже? Телефон не хочет фокусироваться на нас. А еще я испекла сырнички. Ой, кстати. Вот зачем нужен YouTube на самом деле? Для того, чтобы не сгорели сырники. Ля-ля-ля. Да, вы меня спасли, дорогие зрители. Так, где мои сырники? Первую партию я приготовила. Я бы и вообще не вспомнила, я так хорошо уже уселась чай попить. Первая партия без изюма, ну забыла на самом деле. А вторая партия у меня с изюмчиком, они, конечно, поинтереснее получились. Ну что, Анечка молодец, да? Анечка вообще молодец. У меня все рассчитано. Я, видимо, знала, что я забуду. Слушайте, нет, трое детей – это жесть. Вот сейчас минутка тишины. Тёма в душе. Папа ушел.
папа тоже за ребенка. Вика спит. Они все трое что-то от меня хотят все время. Просто постоянно. Смотрите, здесь сохраняется порядок. Вчера перед сном я их попросила прибрать все. Сказала, что не дам мороженое, которое Тёма заказал. И вот прибрали. И сегодня это заново уже дорога. А здесь было такое грандиозное строительство. А, я вечером показывала, точняк. Собственно, вот эти все наши новости. То, что Даня болеет. Я не вылезаю из ночнушки, потому что я никуда не иду. Я боюсь, что у него поднимется температура. Хотя мне надо идти. Мне нужно сегодня отправить через Авито первый раз кенгурушку. Вот, первый раз кенгурушку заплатит получатель 49. А, нет, вот так вот. 49 рублей стоит доставка на Авито, если вы заказываете первый и второй раз. Дальше доставка стоит 230 рублей. Поэтому сегодня, кому я отправлю, 230 рублей девочка заплатит. Заплатит она доставке Авито, а не мне. А мне деньги придут потом, когда она уже получит товар. Вот так это дело обстоит. То есть Авито прислал мне сообщение, что ваш товар купили. Это значит, что она перевела им куда-то деньги. Я не знаю, куда и как. И мне написано, пришлите товар, выберите на карте ближайший пункт, как это сказать, где принимают посылки. Я выбрала, он через дорогу, я отправлю, она распакует, посмотрит. И когда, значит, у нее есть 15 минут, когда она примет решение, что да, действительно товар подошел, она его забирает, говорит, наверное, что-то там курьеру, этому приемщику, выдающему, в общем, кому-то что-то говорит, и Авито присылает мне деньги на карту, вот. Тогда Авито должен спросить у меня номер карты, пока что еще не спросил. Что такое? Печеньки. Печеньки? Слушай, съешь макарошки, печенька? Все, но у меня там на тарелочке есть печенька одна. Я хочу сырниками детей кормить, они хотят печеньки есть. Вот, папа еще прекрасные грудки принес. И сейчас пожарю, потому что он у нас был, получается, 3 дня назад я ему ничего не дала, и сегодня я ему ничего не дала. Переживаю, что ему нечего есть. Пожарю, положу в морозилку на следующий раз. Когда придет, дам еще еды. Ой, как хорошо, что я вспомнила про сырники. Чуть-чуть. Вот-вот, печенька, смотри. Так, печенька. Какое-то новое слово у Дани, передышался. И не могу выдохнуть. Ну ты даешь. Давай полежи, а. Полежи, передышался. Не бегай, раз ты болеешь. Сейчас посмотрим, что задано. Посмотрим переписку с логопедом и поделаем задание. Задания настолько простые, что меня пугает уровень, на который нас определили, да? Ну, сейчас посмотрим. 5-7 лет стоит. Ну, какие 5-7 лет? Это, наверное, с такой нормальной задержкой. Ну, птиц, может, можно поучить. А так, то, что мы перед этим, это уж совсем. Такие задания слишком легкие уже для нас. Вообще все легкое. Скажи, чего не бывает весной. Да, все очень легкое. Ну что, я немножко прокатилась, оставила ребенка с температурой. Положила ему пол таблетки. Сказала, если будет хуже, выпить пол таблетки парацетамола. Старшему дала такое же указание следить за ним, а Вика спала. И, собственно, я отсутствовала, вот кажется, я отсутствовала 50 минут. Ну, похоже, что час будет, пока я доеду. И отвезла я с вами вместе кенгурушку одну, вот, а другую кенгурушку забрала, поменяла размер. Нелегкая эта работа продавать одежду, все-таки она требует иногда примерки. Как-то очень сильно не угадали с размером вообще. Вот, оказалось, что нужен самый маленький, 100, и вот отвезла 100. А давала на примерку 110 и 130. Вот, так сильно мама ошиблась с размером. Ну что, это наш вечерний Парнас. Воскресенье. Активность города понижена по определенным известным всем причинам.
и наша активность тоже понижена. Вот. Даня был совершенно здоров в тот понедельник, в пятницу. Мы решили с Лором еще недельку посидит и будет окрепший. В пятницу мы пришли, и он не окрепший, а вновь заболевший, хотя я никак этого не замечала. И вот уже второй раз, что Лор нам говорит, что вы болеете, смотрит наше горло, и через двое суток поднимается температура после этого. То есть Лор наша видит заранее, когда ребенок заболевает. Вот, может, мне Лором надо было стать. Так что продолжаем мы сидеть дома. Вот, а я продолжаю мечтать продать все эти кенгурушки. Красивое видео монтирую, коротенькое, с музыкой, где Даня с Викой делают примерку. На что-то я сделала это видео из фоток, возможно, я сделаю потом такое же из видео. Так, те, кто там мне пишут, что у меня негативный настрой, я считаю, что у меня позитивный настрой. А то, что в том видео я сказала, что у меня наворачиваются слезы, когда ты вспоминаешь то, о чем жалеешь, это нормально, что наворачиваются слезы. Поэтому, ребят, не живите так, как вы не хотите, потому что потом у вас будут наворачиваться слезы. Вам будет жалко, что вы потратили на это время, а могли прожить по-другому эти годы. Поэтому у меня очень позитивный настрой, и вам того же желаю. Впереди все только лучше. О, прогрела я машинку, жарко даже стало. Вот, я заказала еще, пуховички едут. Я красавица, да? Видите? Пуховички едут, черные платьишки едут, они уже на территории России, и скоро они прибудут. Одни пуховички у меня отменился заказ, как-то отменила система, прождала возврат денег, заказала заново. Ой, надо привыкнуть к этому бизнесу. Это еще то развлечение. Это никак продавать, не знаю, что. Вилки, ложки, не знаю. В общем, примерка, это как-то все серьезно, размеры, цвета. В общем, ввязалась я. Но пока что я верю в светлое будущее. И пока что я заказываю. Опс, красавчик, просто он решил поехать задом. Молодец. И сейчас я буду заказывать ту одежду, которую я хочу надеть. Другие размеры, другие цвета для вас. И потихонечку переоденусь. И потихонечку мы с вами переоденемся, кто тоже пожелает. Кто не верит в доставку Авито, уже все проверено, верьте, не бойтесь. И по другим городам России будет пересылка по почте. Так что, если вам что-то нравится, пишите в комментариях под видео, я вам вышлю, если оно будет в наличии. Потому как не все бывает в наличии. Оказалось, что тиграми очень заинтересованы люди более высокого роста, нежели я заказала. Я заказала на 5-6-летних детишек, и там 7-8, и 3-4, а тут подростки, оказывается, заинтересованы. Вот, я доехала с вами, наболталась, все, побежала к деткам. Ну что, я напоила Даню парацетамолом на 38,6 и иду в Боксбери отправлять посылочку. Тигр у меня поедет в район Купчино. Вот посмотрим, сколько дней будет идти посылка. Это по объявлению Авито доставка будет. Вот у нас все есть на Парнасе. Абсолютно все. Но дома очень длинные. Вот сказано, что в этом доме находится Боксбери. У первого подъезда. Но тут еще надо побегать, по-моему. Не знаю, где... Не вижу вывески. Шестой видела, вот бегу вдоль. А, ничего не похоже. Может быть, придется обойти дом вокруг. Холод, господа, нереальный. Это у нас от влажности. Тут что-то около плюс 1 градуса. Но
Да, студия красоты под названием «Истерика» меня всегда удивляла. Но эти плюс один, это дико холодно. Есть озон. Спрошу здесь. Спрошу в озоне. Опа, Боксбери. Ну вот, никакого первого подъезда тут нет. Первый подъезд с той стороны. А Боксбери тут. Вообще просто прекрасно все. Ой. Короче говоря, у них не работает принтер. Все у нас как всегда. Все удобно, только невозможно отправить. Я говорю, что вы будете мне печатать? Не обязательно же мне что-то печатать. А она говорит, на посылку, на саму наклеивается адрес. Вот этот адрес они распечатывают. Принтер у них печатает полосами. Поэтому она мне прям показала лист. О, Господи, я зря тащилась. Зря тащила тигра. Вот. Я говорю, может, вы без меня потом напечатаете? Я как бы вам доверяю. Она говорит, нет, так нельзя. А я говорю, вы завтра почините, можно вам позвонить? Она говорит, нет, завтра понедельник, только смотрите, как свет по-другому падает, я вроде лучше выгляжу. Так бледно. Вот как важно освещение. Короче говоря, завтра они вызовут мастера и ничего не починят. Ой-ой-ой, задуло. Слушайте, как тут холодно. Все-таки человек, привыкший перемещаться на машине, не может перемещаться ногами зимой. Или надо 10 штанов там надевать, я не знаю. Я в джинсах в одних. Короче, она мне сказала, какой ближайший пункт. Я закатила глаза, говорю, это далеко. Она такая, вы что? Начинает мне объяснять, где это. Конечно же, я знаю, где это. Это еще квартал пешком. Квартал пешком я сейчас не выдержу. Идите долго одни. Не хочу, чтобы оставались. Кстати, вы замечали, что русский язык стал каким-то очень быстрым и очень неправильным. Вот смотрите, я сейчас вам такую фразу сказала, да? И не хочу, чтобы дети одни тоже оставались. А совершенно ведь это неправильно. Если мы так разговариваем, то дети потом слушают, и по русскому языку потом у них будут тройки. Потому что правильная фраза, подлежащая сказуемой, другие члены предложения. Я не хочу, чтобы дети оставались так долго одни. А мы почему-то все спешим, переворачиваем, и вот такие стали предложения какие-то неправильные. Вот скажите, вы замечали или нет? Я сама так говорю неправильно, замечаю, что другие так же говорят. Ну ладно. Посмотрите на наш Парнас. Здесь пешеходный переход работает только от кнопки. Здесь никогда не загорается сам по себе зеленый свет, потому что довольно оживленно здесь. Вот. И поэтому надо нажимать всегда. Ну вот, мы с вами погуляли немножко по Парнасу. И бежим домой снова. Что, заняться вообще нечем? Даня, да что такое? Меня не было полчаса, ну... При каких обстоятельствах это произошло? Можно узнать? Что такое случилось? Специально кинул или уронил, или что? Давай мне собирать. Я специально кинула, чтобы выросли цветы. А, чтобы выросли цветы. Ну вот, если вы не знали, как сажать цветы, то знайте. Надо покидать бусы. Зашла в лавку овощную, там купила орешки. 92 рубля за 100 грамм, не жареные. Вы знаете, я посмотрела, как их насыпают, и их помыла сейчас. Очень вкусные. Еще недавно я не могла и подумать о покупке таких орешков. А сейчас вот у меня уроки появились, и могу купить 200 грамм орехов детям. Все-таки это 200 рублей. Не так уж и мало. Почти как целая курица. Хлеба свежего. И три хурминки. Даня что-то не ест особо ничего.
Орешки точно будут.